Всем хай, меня зовут Мопоток, я буду очень кратко. На моем канале вы увидите различные гайды, обзоры и нарезки по Расту и другим играм. Также я неплохо монтирую и использую хромакей. Чё? Окей. Также я делаю различные стримы довольно часто на Твиче и на Ютубе, поэтому подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. А где спайпой? Кто был спайпой? Вот он! В ведре. Я с тобой. Вот и залут. О, гвоздики. Пайпа. Баррикадки. Патронов много. Бинты надо. Забери броню с него. Бинокль. Там бинокль. Спина! Живёт? Да, слаб. Плохо, но живу. Минус 25. Да, идет. Уже идет. Тихо. За патронами, за патрон. Ой, у него 28, я забрал. Тебе надо? У меня 54, пока хватает. Знаешь, у меня так мало хп. Это то же самое. Берёшь. Глаздомёт просто. Глаздомёт. Бегут ещё. Всем привет! С вами Бэшик. Выживали с Димоном, играли, все было хорошо, пока кто-то не решил сагрить кое-какую железную махину. И эта махина грохнулась, ну, совсем не так, как хотелось, и получилось то, что вы увидите в этом ролике. Ребятки, если с вами были такие случаи, пишите в комменты. Записывал я это все на проекте серверов Ultimate Rust, вся информация есть в описании под роликом. Если вам понравится этот ролик, обязательно поставьте лайк, и кто не подписан, подпишитесь на канал. А также не забывайте подписываться на мои социальные сети, в которые регулярно постятся оповещения о выходе новых роликов. Вся информация тоже есть в описании под видео и, скорее всего, будет закреплена в первом комментарии. А вот комментарии, которые я выбрал из-под прошлого ролика. Пишите интересные и забавные комментарии. Я выбираю самые лучшие и вставляю их в видео. А еще я хотел бы от вас услышать ваше мнение о новой системе строительства. Как оно вам? Как вам шкаф, который любит покушать? Любит очень много и хорошо покушать? Вообще, как в принципе вам новая система? Напишите свое мнение в комментарии. Как по мне, так систему нужно еще дорабатывать. В принципе, любая новинка требует шлифовки и доработки. Кидай. Давай изучим калашик. Скрафтить мы его не сможем, но хотя бы он у нас просто будет. Это уже как бы успокаивает. Калашик у нас есть. Все. Теперь мы спокойны. Можно просто всем писать: скрафчу калаш за ваш верстак и за ваши ресы плюс заплата. На вашем верстаке скрафчу калаш, да. Так, у них крутые пушки, я бы... Не, у них воздометы ревики или что-то такое, или там пешки. Yes. А у этих калаши? А, что-то не воздомет, не ревик. И с другой стороны тип. Дима? Поднимешь меня? Подожди. Раз, два, Дима, пошли. Дима, он все, каленый. Сзади, бэш, сзади. Уходи. Уронил. Дима, калашистом займись. Калашистом. Он уронился, Дим. Дим, спрячься. Там пожалуйста. Второй, сзади, там двое. Я тебя понял. Я понял. И тот уронился, а этот уронился. Все умерли. Все плохо. Димка, он куда-то побежал вправо. Я за деревьями просто не вижу его. Под дом, в смысле, где-то сидит. Где-то здесь Димка, он просто. Вот, я на него и хотел бы спрыгнуть. Давай. Никого не видел. А он с той стороны дома, он, возможно, за деревьями сидит, я не знаю. Есть двое их. Где? Они бегут обратно в гору. Дима, уходи! Я не вижу его. Минус один калашист. Молодец. Димыч, минус приехал. Второй. Лутай быстро их. Я хилюсь, погоди секунду. Что-то добра прилично так. Дима, с той стороны. Дима, снизу задерем. Голов. Хорошо. Добрал? Отходим домой, да, отходим домой. Там, там бежит калаш с другой стороны. Вижу. Заходи быстро домой. Ё-моё. Дима, уходи в сторону, я прикрою. Я просто не вижу его за деревьями. Дмитрий, спрячься. Короче, я понял, что я не понял. Да он за деревьями сам.
Ой, уходи! Не, меня убил. Да, сидит под моим трупом. Если бы я убил, Димка, я тебе помог. Уходи в сторону лучше, потом долутаешься, отхилишься и вернешься. Так, там еще бегут, я вижу, кепки. Да, молодцы ребята, в принципе. Лагрили. Ну что ж, подождем немного, подождем. Нас убивают, тут мы будем Я Димка, прям по-моему. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет веселуха, Димка. Я полез наверх. Это было очень жестко. Это был жесткий взрыв. Дима, он у нас на доме кусок. Дима, я мечтал об этом. Хвост валяется на доме. Ледоруб хватай, пилить давай. Димка, он прямо у нас под дом упал. Дима, это же, это куш, Дима. Турели только нет. Турели нет, есть ноутбук, но нет турели. Ай-яй-яй-яй, как все плохо. Понимаешь, Дмитрий, когда вертолет упал на наш дом, вот это просто мечты, Димка, это мечты, они сбываются. Это зараза упала прямо на наш дом, что будем делать? Тут будет очень сложно отражать атаку, я такой, чтобы сейчас тупо застроил бы вокруг этого фундамент там все, подождал бы, пока мир сетует. У нас камня хватит. Я бы так сделал, реально. Понимаешь, ну крыша-то хреново застроена. Да я знаю. И двое. Меня убили, конечно же. Конечно? Не, с дома не выйди. Оп. Там у них другой экшон, это хорошо, нам так и надо. А это побежало дерево? Отбежал вроде, да. Я вот стою и не знаю, с какой стороны по мне стрелять. Справа, слева, сзади. Так, за камнем, по-моему, нахитованный, готов. Дима, где-то здесь чекай одного. Вижу. 48. Пустоту. Разорные. Да, с дома, конечно, тяжело. Их сбоку жмут, отлично. Один готов, там еще бегут. Минус один. А, там кепки. Ты лутаешь? Дима, давай, я прикрою тебя по максимуму. С другой стороны, Дима, быстрее, у тебя немножко времени, там с другой стороны могут прижать. Лучше забей, занеси, Дима. Уходи туда. Так я спер все. Ты все спер? Да. Ты не шутишь? Ты это записал, Дим? За да. Шкаф бежит, за шкаф бежит. Вот я тебя приглашаю пофармить хвост вертолета. Кепка бежит с пайпом, я сейчас наблюдаю этот момент, бежит просто. Так, преодолевает препятствия, преодолевает дерево. Давай на финишную кепа, давай просто звук шота и... Нет, нет, звука шота нет, все. Значит, она не стреляет, ее походу убивают просто. Один готов. Пойди. Стараюсь. Прыгиваю как заяц. Так, этот готов. Так, ребята, что у нас тут получилось? Давайте посмотрим. Получилось то, что у меня уже просто это все не лезет. Просто вот совсем не лезет. Нормально, добра, я считаю. Калашей как минимум уже несколько есть. Плюс вертолет залутали полностью, да. Камень есть. Ну, в общем, все не влазит. Это реально очень давай, круто. Давай, раз этот. Больше там бегают. Ну шверт фармят. Они скорее заманят. У нас закрой люк быстрее, люк закрой. Прям на крышу у нас. Накидывай. Воу-воу! Нас руидят! Воу! Пацаны, не надо! Пацаны, ну чё вы такие-то сразу руидить-то? Люк тому не ломайте. С Димкой мы отвоюем, погоди.
Там минус пулеметчик просто слился сейчас. Я тебя сейчас накидаю просто. Оружие я тебя не подниму, но я умру сам. Я тебя пытался отбить. Давай, 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 давай. Есть. 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 Куда он меня кидает? Кто не кидает? В том доме? Тихо, Дима, я ищу тут. Нет, я не в том доме. Ты сатхон не поставил? Я поставил, у меня КД. Дима, сорян, пока живи, живи нормально, все, я вокруг бегаю. Сейчас, шороха наведу. Опа. В доме вообще? Да, во втором. И у меня с трех сторон жмут. С окна, под домом и с другой стороны. Меня убивают в итоге. Дима, у меня проблема. Дима, у меня проблема. Я на мину наступил. Что делать буду? Я просто спрыгну с нее.